Обращаюсь к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Мы требуем эвакуации. Мы требуем отправить за нами президентский борт. Вот уже несколько дней мы не знаем, что нам делать и как нам вернуться домой. А в это время вы отправляете за людьми в Вену свой личный президентский борт. Вена находится в двухчасовой доступности и полете от города Львова. Мы находимся в Доминиканской Республике. Таких, как мы, еще 129 человек, и это люди с детьми, у которых нет ни малейшей информации. Еще раз хочу сказать большое спасибо почетному консулу Илоне, а также Ирине, которая является послом Украины на Кубе, за то, что находится 24 на 7 с нами на связи и всячески пытаются нас успокоить. Но у них нет столько информации, поскольку эта информация не владеет Киев. У нас есть одна гениальная идея. Если вы не можете найти рейс или чартерный самолет, который сможет нас забрать, отправьте за нами свой президентский борт. В начале своей каденции вы обещали, что все госимущество, которое есть у Украины, станет доступно для общественности. Выполните это обещание. Дайте нам адекватную сумму для полета, и мы готовы лететь домой. Мы просим власть и всех неравнодушных обратить на нас внимание. Нам нужна ваша помощь и поддержка. Мы выбрали вас для того, чтобы что-то изменить. Так докажите нам, что эти изменения уже настали, и жизнь каждого украинца у вас в приоритете.